Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Солнышко, солнышко, подсолнышко. Хватит про солнышко, из-за него у меня ноши лушится, а у Маши, моей подруги, плечи красные. Зря ты так, солнышко хорошее, просто вы с Машей в обед загорали. А как ты догадалась? Это у тебя на носу написано. Привет, ребята! Добрый вечер, мальчики и девочки! Ай-яй-яй, Лера, я же вам 100 раз говорила, отдыхать на пляже лучше утром или ближе к вечеру, тогда солнышко не такое горячее. А я утром еще сплю, меня с пушками не разбудишь. И мама будила, и папа, и 2 еще братика. Тогда понятно, почему тебя солнце укусило. Хочешь, чтобы ты пораньше просыпалась, Соня? Я тоже хочу, только у меня почему-то не получается. Очень жаль. Ребята, самое полезное солнышко с утра до 11 часов, а потом обязательно от него нужно спрятаться хотя бы в тенек, а еще лучше пойти домой. Отдохнуть? Ну, конечно, а после 3 часов дня солнышко уже никого не обидит. В это время оно уже доброе, как мама. Может, мне тогда будильник поставить самый громкий на 7 утра? Можно, только ты же всю улицу разбудишь. Лучше пораньше засни, тогда и вовремя проснешься. Тогда давай прощаться с ребятами. Пока, друзья. Подожди, торопышка, я же тебе про главное не сказала. А то про что? Про кепки, шляпки, панамки. У тебя что-то такое есть? Есть, панамка. Только я почему-то ее забываю. А, да вот же она. Красивая и тебе очень идет. Зря ты ее не носишь. В ней твой нос и голова точно не перегреются. И солнечного удара не будет. А что такое солнечный удар? Это когда от жары становится плохо и кружится голова. Тогда я с панамкой и снимать не буду, только в дождь. Если есть зонтик. Ага, получается, что не только зимой, но и летом надо одеваться по правилам, чтобы не перегреться, чтобы солнышко не обожгло. Но запомнить это правило несложно, правда, ребята? Я же запомнила. И я тоже. Давай смотреть мультик. О, уже начинается. Ну что, ты уже готова ко сну? Не очень. Просто так поздно темнеет, спать совсем не хочется. А надо, чтобы завтра речку не пропустить. Ты вся придешь в 12 часов и обгоришь. Ладно, я пошла спать. Пока, друзья. До встречи, пока. Цветные сны.